Равиль, а ты не знаешь, сколько денег потрачено на строительство всех этих объектов и вообще на Олимпиаду в целом? Бюджетных денег вложили 56 миллиардов долларов, а плюс еще неизвестные суммы, которые потратили спонсоры. Поэтому суммы колоссальные. Это самая дорогая Олимпиада в истории всего олимпийского движения. Поэтому вот мы впереди планеты всей, как всегда. И поэтому, сколько окупаться теперь будут эти инвестиции вложены, неизвестно. Сидя дома и смотрев по телевизору все, конечно, можно ругать правительство и всех чиновников, которые вот решили сделать это, но приехав сюда, понимая, что вот, где они 56 миллиардов долларов, когда ты видишь абсолютно новый построенный город Сочи, город Адлер, Красную Поляну, ну вот реально все для людей, и масштаб строительства, конечно, поражает умы, я думаю, всех, кто видел это своими глазами. Сейчас мы проезжаем мимо Мызмырки. Открою вам секрет. Мызмырка – это горная речка. Бегом, бегом, бегом! Сзади! До электрички 15 минут, друзья! Быстрее, быстрее, быстрее. Ой, быстрее, быстрее, быстрее. Давай жуй. Давай. У него монстр камера. Ешь, давай. Вот мы и подъезжаем к Олимпийской деревне, мы уже видим множество красивейших... К Олимпийскому парку, да, множество красивых стадионов. А я к деревне еду, видать, да. И сейчас мы выходим и все дружно идем на прогулку или на вело по катушке. Генеральный партнер телепроекта «Фитнес-клуб Пушкин». Самые лучшие заведения, места этой Олимпиады, где это все проходило, как все это по телеку было красиво, сногсшибательно, феерично, там 3D, HD, все дела вот эти, да? MTV! Фитнес-клуб, друзья! Друзья, мы отправляемся сейчас на фонтан. Там пока народ собирается, потому что этот фонтан работает время от времени. Так что сейчас это будет зрелище. Сейчас мы взяли на прокат велосипеды и с удовольствием гуляем по Олимпийскому парку на велосипедах. Миш, как тебе прогулка и вообще как тебе Олимпийский парк? Ты не был на Олимпиаде. Огромное удовольствие, на самом деле, от того, что я сел на велосипед, катаюсь в этом прекрасном месте и вижу все эти объекты. На самом деле, это история. И для меня это также будет историей, то, что я смогу рассказать своим детям, родственникам и вообще всем-всем-всем. Друзья, мы только подъехали, и прямо сейчас пошел дождик. Я не знаю, как мы вытерпим еще минут 10, но нам надо снять этот замечательный фонтан с лампочками. Thank you.
Слушайте, ребят, поделитесь впечатлениями от увиденного. Незабываемые впечатления, красивое зрелище, сочетание классической музыки и всплеска воды, которая останется в моей памяти надолго. Мне очень понравилось. По сравнению с Барселоной, не в обиду Барселоне, здесь гораздо лучше. И Россия супер, Сочи супер. Вот мы сегодня с утра после фитнес-занятий запланировали доехать до этих фонтанов. И мы долго-долго шли по всяким достопримечательностям Сочи. И наконец-то вот мы пришли и увидите это зрелище. Вот очень... Я посмотрите, вот прямо сейчас, вот-вот. На самом деле потрясающе. Посмотрите, какая цветовая гамма, какие струи этой воды чистой, да? Надо сюда, Равиль. Ты хочешь попасть в историю фильма на фоне фонтана? Сейчас будет, вот когда, вот сейчас будет, когда. Посмотри тоже, посмотри. Сейчас будет взрыв, наверное, такой. Вау! Надо покружиться вот там. Что вы тут делаете? Кино снимаем, ё-моё. Мы тут кино снимаем. Это фитнес-тур в Сочи, друзья. Каждому, кто участвует с нами, предоставляется такая возможность побывать на лучших местах нашей страны, друзья. Да, и вот это состоялось. Мы сегодня здесь. Олимпиады. Пиу-пиу-пиу-пиу. Так прикольно, да? Звук такой, что пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Фонтан, видишь? В камеру, фонтан, посмотри, в камеру видал, да? Круто! Ну когда это уже закончится-то? Что, тебе уже надоело, что ли? Да. Поскольку он по времени длится? Ну, я никогда не засекал, сколько он длится, но я бы наслаждался своим зрелищем часа полтора-два точно. Да ну, я посмотрел 2 минуты, мне уже вот здесь. Ну, вот ты не цените. Мне уже хочется к другому зданию вот подбежать, к Олимпийский объект, да, или вот стадион, как его назвать? Официальный партнер телепроекта – первый женский фитнес-клуб Smart Woman. Мечтаете иметь подтянутую фигуру и крепкие мышцы, но вам не по вкусу изматывающие тренировки? Тогда добро пожаловать в новый wellness-клуб Smart Woman. Здесь вы сможете приобрести прекрасную физическую форму без насилия над собой, получить заряд бодрости и отличного настроения. Восхитительная фигура без мучений. Приглашаем вас на занятия. А, друзья, мы только что подъехали к стадиону Fish. Вот вы можете посмотреть, вот какой он кругленький, красивенький. Правда, такое ощущение, как будто он скучает, потому что здесь мало людей. Мы вот приехали сегодня сюда, группа человек 30-50, да, покатались, все посмотрели, пофоткались. Конечно, здание красивое, просто парк архитектуры. Говори давай! Что говорить? Не знаю, как тебе все это? Супер Олимпийский парк! Конечно, без той анимационной программы, которая была на Олимпийских играх, без волонтеров, без огромного количества людей, это, конечно, не то, но тем не менее, посмотреть на это стоит, поэтому приезжайте, смотрите, это нужно увидеть своими глазами. Ну что, друзья, подходит к концу наша очередная серия реалити-проекта «Фитнес-тур в Сочи по следам Олимпиады». Сегодня мы прошлись по Олимпийскому парку. Я надеюсь, вам все это понравилось, вы все это увидели. Но для того, чтобы почувствовать все это по-настоящему, нужно, конечно же, приехать, увидеть все это своими глазами, потому что, ну, не передать это все, выбить их телекамеры, и поэтому нужно обязательно приезжать. Но мы сейчас пообщаемся с нашими участниками фитнес-тура, поспрашиваем у них, каковы их впечатления от увиденного. Я в шоке. Ну, я надеюсь, в приятном шоке? Да, конечно, приятном. Я увидел то, что хотел на самом деле увидеть. И эти все построения, да, весь этот комплекс, так скажем, если его можно назвать комплексом, это реально производит впечатление такое прям, ну, вау-эффект. Вот первое, то, что я хотел сказать, это эффект вау. Это вот, скажи, что телевизионная картинка не передает всего этого. Это нужно увидеть своими глазами. Не-не-не, да, это нужно увидеть своими глазами. Поэтому обязательно сюда приезжайте, да, то есть узрите это, да, прочувствуйте это. И потом передавайте уже другим, да, друзьям и так далее и тому подобное.
Это просто невероятно, как здесь было круто. Я никогда не думал, что окажусь в Сочах, вот в Адлере, да? В таком замечательном месте, это олимпийский объект. Вообще круто! Вот такие эмоции должны быть. Да, давай продолжать дальше. Вот, и я, значит, что хотел сказать. То, что классно это все, серьезно классно. Атмосферно, очень атмосферно. Надеюсь, что главное, сочинцы на нас не обиделись за то, что он всех называет, что он бывал в Сочах. Это не склоняется, но тем не менее, кому как. Смотрим вон туда. Впечатление очень прекрасное, мне очень понравилось, было очень круто. Я никогда не видела ничего лучше. Сюда нужно приехать, посмотреть обязательно этот прекрасный поющий фонтан. Стадион Фиш огромный, на это надо увидеть своими глазами. Приезжайте сюда, в Сочи. Еще мы клево катались на велосипедах, это потому что нереально его обойти пешком, надо брать что-то на прокат или ехать на автобусе, на мини. Больше всего в этом парке мне понравилось именно это кольцо, оно очень удобное, на нем приятно лежать, оно сочетается с моими цветами и вообще здесь все очень круто. Впечатления обалденные, все было прекрасно, все эти огни, эти поющие фонтаны просто волшебные. Приезжайте все сюда! Смотрите в следующих выпусках фитнес-тура. Чего? Правильно, они пьют сок мишигами, поэтому они не устают никогда. Вообще никогда, поэтому я лишь просто хочу искупаться, что я сейчас и сделаю. Четырнадцать-двенадцать. Потрясающая подача. Я говорю, давай приедем зимой, здесь будем гонять по... Вы вырубите себе для себя новый трассу. Как бы туда забраться и прыгнуть оттуда с этим, с парашютом. Вновь опасная ситуация. Ну, по крайней мере, я так решил, что это опасная ситуация. 3-1, извините, ошибся на 14 очков. Вот, как всегда, отмалчиваются виноватые люди в нашей стране. Ну, после сегодняшней тренировки кросс-пауэр, я думаю, все люди похудели как минимум килограмма на 3-4. Ну, а к 10-му дню... Вам-то нет, я про наших участников, а к 10-му дню, так мы и вовсе. Ну, мы радуемся жизни, как дети на самом деле. А вторая тренировка? Отлично, отлично. Генеральный партнер телепроекта «Фитнес-клуб Пушкин». Официальный партнер телепроекта – первый женский фитнес-клуб Smart Woman. Мечтаете иметь подтянутую фигуру и крепкие мышцы, но вам не по вкусу изматывающие тренировки? Тогда добро пожаловать в новый wellness-клуб Smart Woman. Здесь вы сможете приобрести прекрасную физическую форму без насилия над собой, получить заряд бодрости и отличного настроения. Восхитительная фигура без мучений. Приглашаем вас на занятия.